Футбол для всех. Газон сочинского стадиона «Фишт» опробовали необычные команды. В них вошли не только знаменитые игроки, но и спортсмены с особенностями здоровья. Все они стали участниками матча равных возможностей. Его проводят в рамках тура Кубка предстоящего чемпионата мира. Главный трофей прибыл в Олимпийскую столицу несколько дней назад. Цель нынешнего состязания – показать, что футбол объединяет всех людей, независимо от их физических возможностей. Ну, я, конечно, в восторге от этого. Играть на том поле, на котором играла наша сборная. Хотел сказать спасибо всем, кто это делает, кто организует эти мероприятия. Было очень клево. Я даже успел забить гол. Будем ходить на матчи, болеть будем за нашу сборную. Вперед, Россия! Во время чемпионата мира сочинский стадион «Фишт» примет несколько игр, в том числе одну из четвертьфинальных встреч. Первенство, напомню, стартует в июне будущего года.